День библиотек отметили в Новосибирске. Работников сегодня поздравили с профессиональным праздником. В Новосибирске 70 библиотек, в них работают больше 500 специалистов. За счет федеральных грантов книгохранилища преобразовывают в современные модельные библиотеки. Площадки становятся центрами притяжения для жителей микрорайонов. В обновленных библиотеках есть зоны для детей, места для лекций и концертов. В сентябре модернизируют центральную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Читатели стали больше тянуться к нам, потому что мы стали к ним ближе, мы стали с ними на одной волне. Будут работать разнообразные клубы, да, кружки. Вот у нас будет сотрудник центральной библиотеки учить детей программированию, допустим, на бесплатной основе. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.